В этом древнем крае с его целительной природой стремительно идут строительные и созидательные работы. В Шуше действуют отели, магазины и разные сферы обслуживания. Как говорится, в нашей культурной столице жизнь идет своим чередом. Уста Анар на сегодня единственный парикмахер в Шуше. Также вносит свой собственный вклад в жизнь города. Bu sağ qurbanın Şuşanın nimətləridir. Şuşada çox şeylər var. Hamısı bitki tərkibidir. Все это дары здешней природы. Здесь много трав. Это ромашка, цветы шиповника, мята, чабрец и другие травы. Я их собрал и развесил, чтобы показать всем приходящим. В Шуше много всяких трав, и все они лекарственные растения. Да, все благословенно в Шуше, земном раю. Но все же самое ценное здесь сами шушинцы. Анар Мурадов сегодня единственный парикмахер в городе. Ему было всего 16 лет, когда враги оккупировали Шушу. По возрасту он был самым последним цирюльником города. Сегодня же в Шуше он первый и пока единственный парикмахер. Пусть Аллах никого не лишает Родины. Сегодня, благодаря президенту Ильхаму Алиеву, мы вернулись в родной город. Идут большие созидательные работы, по завершении которых все шушинцы вернутся домой. Будем жить по-прежнему в Шуше. Наша жизнь станет еще лучше, еще стремительнее будем развиваться. Я не могу передать свои чувства. Даже не мог представить, что приеду в Шушу и постригусь, погуляю по городу. Здесь прекрасно, сердце радуется. Да упокоит Аллах души наших шахидов, дарует здоровье Газе. Как признается Уста Анар, иногда ему не верится, что работает в Шуше, будто это сон. Он счастлив, что все происходит наяву. Шуша, Карабах свободны и возрождаются на его глазах. И особо его радует, что в этом есть и доля его труда. Работать в Шуше — это жизнь, это весь мир, ты на родной земле. Она очень красива, величава. Среди моих клиентов и местные жители, и работающие здесь. Хвала Аллаху, я дома. Моя семья живет в Баку. Сейчас здесь идут созидательные работы, по окончании которых перевезу семью. Я не жил, существовал 30 лет, а сейчас словно заново родился. Последний и первый парикмахер Шуши Уста Анар постриг и наших коллег, которые едины с ним в одном – Шуша – сердце Карабаха. Ильнур Тофик, Кемаль Азиз, КЗ, новости, АСТВ.